С чего все-таки начинается театр? С вешалки, занавеса или отдела кадров решат новосибирские школьники. Театр «Глобус» подготовил для них цикл встреч с людьми за кулисья. Раз в месяц история профессии, которую зритель не видит, но без которой спектакля не будет. Это курс бесплатных встреч. Набирают школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Записаться можно на сайте «Глобуса». Первый, кто встречается со школьниками и рассказывает о своих обязанностях, это режиссер Иван Орлов. Сначала немного о профессии, потом диалог в форме вопрос-ответ и, наконец, интерактив. Несколько творческих заданий, чтобы дети могли понять, что такое режиссер на практике. Впереди встреча с костюмерами, гримерами, монтировщиками, реквизиторами, осветителями. Актерами хотят быть все, а вот этих специалистов театрам зачастую не хватает. И это во многом проблема русского сейчас театра, потому что очень много артистов и действительно очень мало настоящих профессионалов, которые занимаются такими другими профессиями в театре. Вот эта система мастер-классов, которую мы будем давать, она направлена именно на то, чтобы не просто теоретические знания получить, а прийти и поучаствовать в каком-то тренинге, в каком-то уроке, в каком-то таком небольшом.